Совсем скоро на телеканале НТВ состоится премьера 7-го сезона сериала «Невский. Месть архитектора». В новом сезоне, после разыгравшейся в здании ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области кровавой драмы, в северную столицу из Москвы направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев. Перед ним поставлена конкретная задача – кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг майор Семенов и подполковник Михайлов также получают новое назначение. Теперь они сотрудники ГУМВД и служат во втором отделе управления уголовного розыска. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область. К своим ролям вернутся Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Сергей Кашунин, Виктория Маслова, Александр Саюталин, Анастасия Забирова, Екатерина Рокотова и другие. Премьера 7-го сезона сериала «Невский» состоится уже весной 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.